Депутаты Народного Хурала отчитались перед избирателями, рассказали, как отработали созыв, каковы планы на будущее. Традиционно у Леонида Белых ставка на создание рабочих мест, развитие промышленности, реформирование образования. Ну, главная задача, самая, чтобы избиратели как можно больше узнали о своих кандидатах. Какие у них планы, самая, что они хотят сделать, что сделали так, значит, какие видения самая, в перспективе того, что еще раз убедиться, что они... Правильно, чтобы правильно сделать выбор, за кого поголосовать, они должны не только в лицо знать, но и о всех делах, что какие мысли у них есть. За предыдущий созыв депутатами Народного Хурала сделано немало. Ремонтировались дороги, вводились в строй новые социальные объекты, восстановлен парк имени Жанаева. Наряду с этим удалось пробить финансирование на благоустройство территорий. Так вот сейчас мы ремонтируем поликлинику, сейчас вот там еще деньги сами пытаемся получить на ремонт крыши. Посмотрите, мы как попали в ремонт дорог в компанию. Смотрите, дороги сделали это тротуары, где вообще никогда не было. Так, значит, да. Ну и смотри, какие дороги стали в поселке. Здорово, здорово. Вместе с Леонидом Белых в одной команде в праймерис идет заслуженный тренер России, руководитель детско-юношеской спортивной школы номер 18 Игорь Марковец. Я уже иду более зрело на выборы в Народный Хурал, чем 5 лет назад. Теперь я понимаю, куда я иду, зачем я иду, как я буду строить свою работу, потому что там первые полтора года просто разбираешься только, когда ты первый раз приходишь. И очень сильная такая поддержка была населения, поэтому подвести наших избирателей, людей, которые к нам, мы просто не можем. Поэтому это наша задача, это наша основная такая, что ли, цель. Высказать свое мнение избиратели микрорайонов Загорск и Восточный смогут 3 июня. Участки будут расположены в школах номер 46, 36, а также в лицее номер 27. Проголосовать можно за нескольких кандидатов. Надежда Хлыстова, Сергей Костенко, Новости дня.